Короче, убирал в цеху, в дальнем конце цеха, в самом дальнем. И там у нас вот такой вот был ленинский уголок. Вот. Сейчас же везде у нас происходит декоммунизация. И мы в своем цеху тоже решили навести маленький порядок. Решил перевесить с одного конца цеха в другой. Сделать селфи и, наверное, выложить куда-нибудь в интернет это все дело. Вот такой есть щит. Метр на метр. Квадратный. С таким вот орнаментом. Сделано это из тонких реечек. Из фанеры, а потом сверху окрашено. Мел, краска, тра-ля-ля. Вот, продам, наверное, в Америку куда-то за большие доллары. Вот. Или подарю. Надо подумать. Какому-нибудь другу в Америке. Где-нибудь хай прилепит себе там на стенку. Ну все, до связи.